Продлевать срок займа можно бесконечно. Отличные наличные. Удобные условия по займам. В Пенсионный фонд Тувы поступило первое заявление на ежемесячную выплату на второго ребенка из средств материнского капитала на повседневные нужды семьи и детей. В республике размер ежемесячной выплаты составляет 10 347 рублей. Отмечается, что на дополнительную финансовую поддержку от государства могут рассчитывать семьи, у которых семейный доход, поделенный на всех, не превышает прожиточный минимум, установленный в регионе, более чем в полтора раза. Заявление на матпомощь можно подать в региональное отделение Пенсионного фонда или же в многофункциональные центры по месту жительства. В связи с 50-градусными морозами в Республиканском центре поддержка усилена работа мобильной бригады по пункту обогрева и горячего питания для лиц без определенного места жительства. Во время рейдовых мероприятий охвачены территории города, в которых часто скапливается данная категория граждан. Это район Востока, Южного микрорайона, центральная часть города, Правый берег или Левобережные дачные общества. В дни резкого понижения температуры дополнительно подготовлены 10 койко-мест. Для этого в стационарном отделении приготовлен весь необходимый инвентарь в виде матрацев, одеял, подушек и постельного белья. Запас продуктов питания и медикаментов в достаточном количестве, говорится на сайте Министерства труда и социальной политики Тувы. Елена Воробей, Оскар Кучера, Дмитрий Орлов, Ирина Климова и Джамал Татурашвили в комедии «Мужчина с доставкой на дом». 10 февраля в Доме народного творчества. Еще вчера в этом доме жила многодетная семья. Сейчас на этом месте пепелище. В 2 часа ночи в пожарно-спасательную службу Кызыла поступило сообщение о пожаре на левобережных дачных обществах. На момент прибытия огнеборцев дом горел открытым пламенем, который в дальнейшем пожарным удалось локализовать. Сейчас сотрудниками испытательной пожарной лаборатории МЧС проводится более детальный осмотр места пожара. Предварительная причина – перекал печи, потолочное перекрытие, крыша дома. Но следствие идет, пока у нас идет разбирательство по этому пожару. В момент возникновения пожара в доме находилась мама с 4 детьми. Самому старшему ребенку 5 лет, младшему 5 месяцев. Мы вот спали, я встала в час ночи, проснулась. Смотрю, что-то с крыши, что-то, как будто кто-то ходит. Смотрю, в окно все горит, блин. И смотрю, горим нахер. Выхожу на веранду, горит крыша, второй этаж. И я всех детей на улицу и до соседей добежала. В панике выбежали из горящего дома только в том, в чем спали, вспоминает хозяйка дома. Испугалась, что кровля не выдержит и обрушится прямо на них. Пока бежала с детьми к соседям, потеряла из виду 3-летнего Макара. Занесла ребенка быстро и быстро за ним пошла. Он потому что голый вообще сильно был. Мы с соседями Макар, думала, дома он, домой зашли в огненный. Там его нигде нет, даже 2 раза заходили, там его тоже нету. Не теряя ни минуты, соседи кинулись на помощь молодой маме в поисках ее сына, но безрезультатно. Где оставили, здесь искали. Мы дальше находили, ну, ребенок маленький, куда пойдет, думали. Искали, не нашли. По счастливой случайности, ребенка, лежащего прямо на снегу, обнаружили инспекторы ГИБДД, которые, заметив пожарную машину, последовали за ней, чтобы обеспечить безопасность дорожного движения вблизи места происшествия. Был без одежды, на нем только была куртка. Состояние критическое. Не подавал жизненные признаки. Усилиями дорожных полицейских и медиков ребенка удалось спасти. Теперь его здоровью ничего не угрожает. Мальчик находится под наблюдением врачей. Можно смело утверждать, что Макар, которому вчера же, 25 января, исполнилось 3 года, сегодня празднует свой 2-й день рождения. Да, обморожение есть, но 2-й, 3-й степени. Сейчас семья находится у родственников. Никто из них серьезно не пострадал. Однако во время пожара у них сгорело все. Семья нуждается в теплой одежде и обуви, особенно в детской. Если вы хотите помочь семье, то можете позвонить Валентине Кононовой по номеру, который вы видите на своих экранах. С
Спонсор выпуска прогноза погоды – «Отличные наличные». Компания «Отличные наличные» напоминает, что действует акция «Приведи друга». Приводите своих друзей и получайте приятные бонусы. Компания «Отличные наличные». Старый друг надежнее, чем 10 новых. Переплата по займам такая маленькая. Совсем малышка. «Отличные наличные». Ну, очень маленькая переплата по займам. В ближайшие сутки по республике ожидается перемена облачность, ночью местами небольшой снег, днем без осадков. На дорогах гололедица, туман. В Кызыле небольшая облачность, без осадков. Ночью -42, -44 градуса, днем -33, -35. Каждый новый займ больше предыдущего. И каждый последующий займ еще больше. Отличные наличные. Больше займов – больше сумма.